Солнечногорск катит, вспоминая на ходу любимых детских авторов. День защиты детей детская библиотека в Рекинцо отметила в шестой раз парадом велосипедов. Номинации неизменно 4 по возрасту и по спецификации великов. 9 самых креативных команд Солнечногорья. Поздравляем! А с чего начинал Мацуев? В очередной раз убеждаемся, правильные наставники для талантливых детей – их все. Проект областного Минкульта «Ступени мастерства» доехал и до Солнечногорска. Воспитанники нашей детской школы искусств на одной сцене государственным академическим оркестром солистов «Русские узоры». Достойно получилось, не так ли? И традиционно про аэробику. Настя Вахонина, Екатерина Гридина, Зоя Ильметова успели сделать несколько шикарных снимков в Баку. На одном из них с трофеями. У Насти и Кати золото в смешанной группе со спортсменками из Питера и золото в командном первенстве Европы. А у легендарного солнечногорского трио – бронза. 24 страны. В финале вся Россия.